теперь с утра утро начинается. С кормежки еще вот этих вот чудиков. Да. Ты тоже кушать хочешь? Ты тоже кушать хочешь? А тот, кто пищит? А кто тут пищит? А кто пищит? Кормить вас? Маленький. Кормить вас, маленький? Пойдем кормить буду. Уже попытался улететь. Кушать будешь? Кушать будешь? Смотрите, какие малюськи. Такие маленькие, такие сладенькие, такие маленькие сладенькие, такие хорошие малюсенькие у меня теперь. Три малюськи. Они так поют, певчие птички. Лютик был таким. Такие малышные. Давай кушать. Давай я буду тебя кормить. А пак. Ну ешь сначала. Такие малыши, малыши, такие малыши. Говорят там что-то, путюк-путюк, путюк-путюк, да? Ты малыш? Привет, малыш. Привет, малыш. Ты малышек такой. Маленький малышка. Ты малыш. Малышка, совсем маленький такой малышка, цыпленок жареный, покушали, теперь поспать. Кто там разговаривает? Кто тут разговаривает? Ты такие маленькие, надо на ручки, он прям спит. Ты наелся? Ой, грязнюка, Ленка тебя замазывает. Дома. Привет тебе. Твой новый дом. Кто грязнюк? Не грязнюк, это крылышко. Кто у меня маленький? Разговорчики такие. Птички желторотики еще. Не пойму, это у тебя грязь? Это еда? Это. А ты не спишь? Да. Что такое?
Будем дружить. Будем дружить. Будем дружить с маленьким. Ну ты маленький. Ну ты маленький. Ну ты сладенький. Спят усталые игрушки, птички спят, да не спят. Пойду своих других кормить. Сегодня они у меня первые. Наелись? Да еще вам. Мои ручные птички. Домик, похоже, это так. Вот так. Ну что тут? Кто мои все три птички? Три мои маленькие птички. Да? Открываем рты. Открываем рты. Кот прячешь. Кушать тебе все равно придется. Кушать тебе все равно придется. Ты будешь моей птичкой. Как тебя будет звать? Лунатик? Ты моя птичка. Ты моя птичка. Ты моя сладкая птичка. Тик. Тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Ты мой маленький. Ты мой маленький. У кого тут красный? Красненькая вот это у кого? Ты малыш. Что такое? Ты голодный? Ты голодный? Ты голодный? Ты меня за нос не укусишь? Ты в отличие от Лёлика, тебя можно не бояться, да? Ты не бояться можешь, да? Думаю. Да маленький, да малышка. Ты малышка, ну ты малышка, ну ты малышка. Будет у меня еще одна нашейная птица, пойдем. Ты социальный такой. Ты социальный? Ты самый социальный, остальные вон спят? Ты маленький. Ты маленький. Ты моя птиченька. А этот спит.
такое вот у нас пополнение. Все, шпать. Пополнение. У нас пополнение. И-и. Все. И-и. И-и. Че мой маленький? Че мой шляденький? Че мой шляденький? Вот такое вот у нас пополнение. Уже улетели от меня, но я их нашла. Че маленький? И покормила. Да. И буду кормить малышей. У меня тут одна очень разговорчивая птичка. Ну, очень разговорчивая. Я туда кладу, а он разговаривает, ручки тяну, он ко мне запрыгивает. Да, друг, да? Мы подружились. Ты малышек. Ты мне что-то сказать хочешь? Ты меня уже знаешь? Ты по мне скучал? Может, ты Лютик? Скажи мне, ты Лютик? Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Да ты сладенький. Ты мой хороший. 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 Ты хороший. Ты хороший такой. Прижимается такой. Дружить будем? Будем. Ты маленький. Ты маленький. Ты такой маленький. Пойдешь к сородичу? Кушать хочешь? Что, второтики еще? Да, крылышки чистишь. Ну, чисть, чисть. Чисть крылышки. Такие у тебя крылышки. Крылышки. Крылышки у тебя такие. Крылышки у тебя такие. Вот так покакала птичка. Да. Да. Да, ты такой говорун. Чистюля, 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 чистюля. Такого же маленького Кила нашел, положил в клетку для меня, а клетку ночью котики открыли и съели. Таких маленьких птенцов тут местные коты очень быринг. Поэтому будут жить в доме ночью, чтобы коты не ам. Да? Да? Спать будем? Спать будем?
Идешь в клетку? Идешь в клетку? Идешь в клетку? Дочь мой сладенький. Дочь мой сладенький. Да, сладенький. Пойдешь? Пойдешь в клетку? Пойдешь в клетку? Или со мной будешь тусить? Тин-тин-тин. Носами померяемся. Тин-тин-тин. Нет-нет-нет, говорит, я сидеть в заперти не хочу. Да, на ручки, на ручки. Кто мой маленький? Кто мой сладик? Сюда тебя? Сюда? Все, ты моя наплечная птица. Ну, пойдем куда-нибудь. Кто так? Кто там? Приди. Где вы тут? Где вы тут? Где вы тут? Кто там? Кто там? Кто там маленький птенец? Кто там маленький птенец? Кто там маленький птенец? Кто там нравится? Кому там нравится сидеть? Да? Ты будешь со мной так ходить? Все, ты у меня наплечная птица. Вместо Лехи, что ли? Тю-тю-тю-тю-тю. Вместо Лехи говоришь? Да, да. Ворчать будешь, как Леха. Нет? Где ты там? Где ты там? Где ты там? Вас покормить тоже надо. Покормить тоже надо. Покормить. Молочка? Алик. Молочка? А ты, малой, пойдешь со мной? Пойдем делать молочко? Да, Люксинка. Люксинка такая у меня пришла. Кто там накакал на меня? Ой, вы мои какахи. Ты шо ты? Салфеточку? Молочко будем котиком делать? Кончилось молоко, которое было молоком. Сейчас растворимое делаем. Водички. Чайник с водичкой, чтобы сделать молочко котиком. И тут была Мирнаушка. $250 стоит.
Чё, тебе там нормально, малой? Да? А вот эту птичку они реально могут сожрать. Хантеры мои. Это Лёлика они не могут. Лёлик их сам сожрёт. А с ней надо быть аккуратней. Да, малыш? Не улетай. Не улетай, а то эти хантеры быренько тебя поймают. Они видят Лёлика и просят у него еды. Кто моя маленькая птица? Ну иди ко мне. Иди ко мне, моя птиченька. Ты мой сладкий птиц. Ты моя огурчик. Ты мой огурчик. Смотри, какой у тебя большой огурчик. Будешь еще? Будешь еще? Загрыз уже половину. Мой огурчик. Ты мой огурчик. Моя Лёленька огурчик. Поцелуй Лёленьку. Поцелуй. А тут еще птичники. И опять много птичник. Лёлик, у меня тоже попрошайничает. Тебя так же, как и детей кормите? Из той трубочки? Давай. Первый раз съел. Ну, ты ж попрошайничал, на? Вкусно, что ли? Еще дать? Ой, ты моя... Ты что такое? Еще? Лень жевать? Будешь еще? Будешь еще? Детскую еду будешь еще? Ой-ой-ой-ой-ой. Прости, Лёленька, давай я вытру. Еще дать? Будешь еще? Открывай рот. Открывай рот. Надо открывать, как дети. Давай, открывай, как дети. Что? Ты ж так никогда не ел. Сколько раз у тебя водой мочилась еда, ты отказывался даже пробовать. Кушай, кушай, моя птичка. Кушай, кушай, моя маленькая жопка. Ой, там проснулись. Проснулись. Там папа продолжает. Лука – это рис в пучки связывать. Вчера чуть-чуть не закончились, потому что не хватило риса. С утра было солнышко, сейчас опять дождик. Дождики то есть, то нет, то есть, то нет. Я кормлю уже не первый раз птичек. Они рот открывают, и я им туда ам, им вкусненько. Буду сейчас кофеёк себе делать. А Улай тут... Тан-тарян-тарян. Пузики, я их покормила, они вот... Козьего молочка покушали. С
слышны парапланы. Будешь еще Лёленька? Лёленька моя, Лёленька моя. Давай, давай, как дети, открывай. Открывай, открывай, открывай пасть, как дети. Давай, как дети. Ты же у меня тоже птичка-дитё. Давай, вот их кормлю с ложечки и тебя. Давай, давай, моя птица. Давай, давай. Лёлик решил, что ему тоже надо. На, вот тут ешь. До этого выплёвывал. Чё, детвора, кушать будем? М? Открывай пасть. Нет? Не будем. Никто кушать не хочет? Шпят. Только поели. Ты голодный? Ты голодный? У котиков фильтр. Илай вот достала его. Что он там кинул? Из какашки. Сейчас пойду. Достала, где фильтр? А, вон. Новый фильтр достала, поставила. А еще купила какую-то вчера специальную штуку с витаминами. Говорит, воду надо добавлять. Чего? Ну, я говорю. На что... витамины. А для чего? А, это, говорит, не витамины, это чтобы изо рта у них не воняло. А еще нам несут еду. В завтрак. Дождь не помеха в таких делах. Они идут досаживать рис. Приехала сестра Мали. Папа там ловко выбирает рис. И сегодня у них в планах это все доделать. Дети просились к нам на балкон. Поэтому Лай их на меня принесла, сама пошла вон птичек кормить. Папа вот надергал риса. Пост дал, пост принял. Девчонки вот пришли в дождевиках.
Там Мали, да, сестра и двое детей. Говорит, потом еще, наверное, одна сестра придет помогать. Так что сегодня посадка риса продолжается. Лайк говорит, так всегда, говорит, второй день при, ну, самостоятельно с семьей что-то там всегда доделывали. Я вот тут, ну, приспособление придумала Лёлику, чтобы было удобнее огурчик склевать. Когда на улице дождь, и он тут с нами сидит. Да, Лёлик? А то падает все время. Ты моя птичка. Удобненько. Кушай, жопка, кушай. Алай будет жарить лаосскую яичницу. Для этого она вот тут побила в ступке чесночок, перец, зеленый лук, да? Все это перемешает и зажарит нам на завтрак. А еще, говорит, там есть соус из грибов. Ну что, будет вкусный завтрак с рисиком, нормаль. Еды дать? На тебя дать еды? На. Еще кому дать еды? Будешь? Давай. Что, малышня? Кому еды? Кому еды? Ротики открывают свои клювики, я им туда еды. Будешь? Что, малышня? Да, малышня? Все, еды поел, сразу спать. А ты, говорун, давай тебе тоже еды. И тоже спать будешь. Открывай рот. Открывай клюв. Открывай клюв. Открывай клюв. Алай говорит, вот моя яичница такая. Вкусно, говорит, выглядит. Сейчас руки помою, кушать пойдем. Ага. Завтрак наш. Кушать? Кинкау? Кинкау? Ну чтоб шторты открывали мне тут. А пак? Апак? Апак?
нем все было там, вот, вот этим. Бахабай. Да неудобно мне. Давайте вы вот так будете сюда ртами стоять. На? Так. Пяти минут не прошло, показывала вам, что там все в дожде. А тут раз, и все, и дождя нема. И солнышко у нас. Там сажают рис, а дети к нам идут. На, вот есть кто. Неудобно мне тянуться-то. Давай открывай рот. Давай открывай рот. Кто откроет рот? Давай. Че? Уж не знаю, в чем причина, но Лёлик прям требует у меня кормить его тоже с этой штуки, как детей. Я говорю, на, вот тут сам кушай. Нет. Ну, а мой пчелин. Будешь еще? Рот просто открой, держи, а я тебе налью все. Грязь, да? Ну, я понимаю, что он. Я тоже вся специально футболку вчерашнюю одела. Ну, нет. Что, будет кто? Кого покормить? Кого покормить? Давай. Тебя покормить? Коптай. Ну иди сюда. Апак. Апак.
Жолик пошел и сам стырил палку от мороженого. Давай, жонглер. Пожонглируешь? Уронил, какашка ты. Пришли еще. А кто там Лай? А, это бразер, да? Да, да, да. Брат Мали, жена его и две сестры Мали. Прекрасное небо. Птиченьки. Кормлю маленьких птиченек. Да? Будете? Будете? А Лёлик это все дело видит и тоже требует. Будешь, Лёль? Будешь? Будешь? На. Лёлик, на. Детскую кашку, да, Лёлька? Детёныш. Ты мой большой детёныш. Давай, открывай.